есть она заработала 108 баллов за свою произвольную программу. Если бы она не упала, опять же, если бы не было у нее этого одного балла штрафа, то тогда бы она по произвольной могла бы обогнать Полину Шелепень. Так она и уступила чуть меньше балла по произвольной программе, ну а в общей сложности обыграла. На льду Елизавета Туктамышева. Один из лидеров этого сезона, но после короткой программы, седьмая. Thank you.
таким оригинальным вращением заканчивает свою программу Елизавета Туктамышева. И это, конечно, совсем не так пошел этот чемпионат, как можно было ожидать для нее. Каталась она под музыку «Бессами мучо», и как нельзя лучше вот эта аранжировка демонстрирует то, насколько разнообразные были за эти 50 лет исполнения песни «Бессами мучо». Не 50, а 70 уже. С достоинством она встречает, конечно, и радости, и сложности на своем пути. Надо делать. Теперь только вопрос, что за результат. 174 балла. Репутация. 174 балла.